Вы смотрите новости 24 на шестом канале, в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Пресекли незаконный игорный бизнес. Сегодня ночью следственно-оперативная группа в составе более 150 сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД России при силовой поддержке ОМОНа провели спецоперацию в Коврове, Суздале, Петушках и Владимире. Правоохранители обнаружили 12 подпольных интернет-казино, а также 17 квартир, где незаконно играли в азартные игры. Эта спецоперация отличалась беспрецедентностью и масштабностью. Одновременно по 29 адресам были проведены обыски. Подпольные интернет-казино, о которых идет речь, это 10 заведений на территории города Коврова и 2 заведения в городе Владимире. И по местам жительства понятно, что это Суздаль, Петушки и Владимир. Во всех заведениях была зафиксирована обстановка азартных игр, что очень важно для сбора доказательств. Как считают следователи, вся сеть игорных клубов принадлежала одним хозяевам. Незаконный бизнес существовал и процветал на территории региона 2 года. За это время злоумышленники успели нелегально заработать около 10 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также следствие рассматривает версии о том, что главный фигурант уголовного дела также являются организаторами преступной группировки, совершающей тяжкие и особо тяжкие преступления. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. В поисках браконьеров сегодня специалисты рыбнадзора отправились в очередной рейд. В этом году они уже оштрафовали более 1000 любителей легкой добычи. Тем не менее, браконьеры продолжают ставить сети и ловить рыбу там, где это запрещено. Какое наказание грозит нарушителям и кто поступился правилами в понедельник? Вместе с рыбнадзором за браконьерами охотился Алексей Дудин. Никак это. В поисках рыбного места любители зимнего лова нередко приступают закон. Рыбачат они в так называемых зимовальных ямах, заводях, в которых ловить категорически запрещено. С теми, кто нарушает, инспектор проводит профилактическую беседу. Просит убрать снасти и поискать другое место. На зимовальных ямах рыбачить нельзя. Это в правилах рыболовства прописано. Есть определенные сроки. Так же, как и есть нерестовые участки. Заводи, участки рек. То есть там запрещено любить рыболовство даже на удочку. Честно слово, я не знал, что здесь зимовальная яма. Угу. Если бы я знал, я не приехал. Я человек законопослушный, я вам точно говорю. Ну, как сказать? Ну, знаю, что там зимовальная яма. Угу. Стараюсь соблюдать. То есть там не ловить? Ну, не ловить. Бывает и ловлю, если все ловят. А что? Однако юридически подкованные рыбаки могут оспорить просьбу инспектора рыбнадзора. Ведь так называемых границ зимовальной ямы не обозначено. Нет и информационных знаков, говорящих о том, что рыбалка здесь запрещена. Да, ну как-то мелькнет, когда в газетах. А ведь не читаешь. Газеты сейчас читать бесполезно. Угу. Так одно, так другое. Даже вот у начальства и то разногласие. Когда начиналось вот это все в 60-х, 70-х годах, угу. Я же помню прекрасно, вот. Все соблюдалось, никто не ловил именно на зимовальной яме. А потом пошло вот это, ну, сломать это сломали, но тем не менее информация-то должна же быть. Если те, кто рыбачит в запрещенных местах, отделываются устным предупреждением, то браконьеры наказываются рублем. Эти молодые люди решили поставить сети и привезти домой солидный улов. Но их планам не суждено сбыться. Вместо подлещиков им достался протокол об административном правонарушении. Ну а что говорить? Ну а зачем так делать? Без комментариев и все. А что делать? Ну просто приехали отдохнуть, рыбу половить. Можно взять с собой две удочки да половить. На удочки не умею. Не умеете на удочки? Инспектор выписывает браконьерам штраф 2000 рублей. Теперь им неповадно будет приходить на реку с сетями, да и коллеги по рыбному цеху не одобряют такой способ рыбной ловли. Если на удочку можно поймать, зачем сеть с сетями? Такого удовольствия никогда не получишь. На удочку клюет нормально, что там заниматься? За этот год инспекторы рыбоохраны оштрафовали уже более 1000 браконьеров. Размер штрафа от 2 до 5 тысяч рублей. А саму рыбу у нерадивых рыбаков забирают. Алексей Дудин, Константин Миронов, 6 канал.
От уполномоченных к президенту. Владимир Путин встретился с правозащитниками. Они ему рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди в регионах и как удается их решать. Владимирская область представляла наш уполномоченный по правам человека Людмила Романова. Ей одной из немногих удалось задать вопрос президенту. За кого замолвила словечко местный омбудсмен, знает Ирина Начарова. Месяц назад президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании владимирца Дмитрия Максимова. Два года назад лейтенант ФСБ был осужден на 11 лет за убийство, которое он не совершал. Родственники, друзья и общественные организации встали на защиту Максимова, но ничего не помогало. Мать обратилась к президенту. Владимир Владимирович, за 5 лет, которые велось дело против моего сына, наша семья прошла все круги ада. Уважаемый президент, мой сын, лейтенант ФСБ Дмитрий Максимов, невиновен. И я прошу вас защиты и справедливости. Людмила Романова на встрече с президентом правозащитников со всей России воспользовалась случаем, чтобы сказать спасибо за справедливое решение. До сих пор треть заключенных – это невинно осужденные. Я очень рада за семью Дмитрия Максимова. Ну и надеюсь, что у нас больше ситуаций таких в Владимирской области не будет. Удалось владимирскому уполномоченному довести до сведения президента и больной вопрос матерей, которые воспитывают детей-инвалидов. Романова считает, что необходимо дать этим женщинам возможность работать. Мамы готовы вот пожертвовать час-другой для того, чтобы заработать, чтобы вывести свою семью вот из этой грани нищеты. Но, к сожалению, если они только трудоустраиваются, они автоматически прекращают получать вот эти 5500. С начала года в аппарат уполномоченного по правам человека во Владимирской области обратились 700 человек. Помочь удалось пока лишь 100 жителям области. Большинство пытаются решить жилищные вопросы и защитить свои социальные права. По закону уполномоченные имеют право принять к рассмотрению заявление человека, который уже пытался решить свою проблему, но по каким-то причинам получил отказ от органов власти или правоохранительных органов. Но иногда делаются исключения. Случай 89-летней жительницы Владимира Альбины Соловьева поверг правозащитников в шок. Сталинка пожилой женщины в центре города вдруг оказалась в собственности родственников. Как выяснилось, когда бабушка лежала в больнице после операции, родственники дали ей подписать документы на получение пенсии, а заодно и доверенность на куплю-продажу квартиры. Ситуация на самом деле дикая. Мы встречались и с родственниками, мы говорили, пытались урегулировать это мирным путем. Но верните бабушке квартиру. Точку в этой истории должен поставить суд. Заседание по делу Соловьевой назначено на 22 декабря. Как показывает практика, вмешательство уполномоченного по правам человека помогает людям отстоять свои права. Ирина Начерова, Евгений Токарев, 6 канал. Историко-культурное наследие города, поборы в образовательных учреждениях и капитальный ремонт многоквартирных домов. Именно этим темам на своей первой сессии решили уделить внимание члены Владимирского общественного собрания. Удалось ли выработать конкретные пути решения, расскажет Алексей Соков. Разобраться с капремонтом в многоквартирных домах. Такую задачу поставили себе участники одной из тематических групп Владимирского общественного собрания. Все предыдущие обсуждения этих тем с точки зрения общественников ни к чему конструктивному не привели. У нас было много круглых столов уже по капремонту общественных слушаний различных. В основном это заканчивалось просто тем, что посидели, поболтали и разошлись. А мы хотим, чтобы выработать решение проблем. Неожиданностью для многих стало появление на собрании исполняющего обязанности руководителя фонда капремонта. Евгений Пахомов сразу выразил готовность прислушаться к голосу общественности, если только критика конструктивной будет. Мы всегда открыты к общению с общественниками, мы всегда рады любой критике, но, разумеется, это конструктивная критика. И постараемся нашу работу перестроить таким образом, чтобы людям, которые в конечном итоге получают отремонтированные дома, было как можно удобнее и безболезненнее пройти вот эту систему капитального ремонта. Говорили общественники, как всегда, о размере тарифа, о целесообразности платежей, о неграмотности местных администраций в вопросе реализации программы. Для общественников многое казалось непонятным. Поэтому главного по капремонту, пользуясь возможностью, больше спрашивали. Причем не только по его сфере деятельности. Многие обслуживаются управляющим компаниями, зачастую непонятные. Непонятно, как эти управляющие компании будут искать подрядчиков.
И, конечно, тут возникают вопросы и по сбору, и по всему. Непонятно еще и почему экс-депутат ЗАГС Собрания Валерий Петряев не оказался осведомлен, что подрядчик ищет не управ компании, а фонд капремонта. В результате участники выделили две основных проблемы, которые нужно решить. Контроль качества капремонта и сбор информации о состоянии домов. На первый вопрос разъяснение опять пришлось давать Евгению Пахомову. Все прописано в положении о реализации программы. Более 100 домов уже сдано. Причем именно из-за недостатков в качестве приняли работы не с первого раза. Те дома, что не успеют по плану отремонтировать в 2014-м, сделают в следующем. В итоге собрание постановило, решить проблемы на местном уровне сложно. Нужно искать выходы на региональные и федеральные власти. Этим и планируют заняться общественники. Алексей Соков, Александр Громов, 6 канал. «Так жить нельзя». Это выражение, ставшее названием фильма «Перестроечные поры», сегодня снова в ходу. Старики, пережившие войну, говорят, что у них нет денег на еду и лекарства, ведь сейчас не война. Почему мы так живем, и есть ли выход из беспросветного настоящего? С очередного митинга недовольных. Репортаж Александра Инина. Участники митинга понимают, в непростое время живем. Кругом враги. Обама, Меркель, как сказал первый секретарь горкома КПРФ, пытаются ослабить экономическую мощь нашей страны. Но ведь после войны было еще труднее. И все равно тогда правительство повернулось лицом к народу. После военные годы там увеличивались налоги для того, чтобы поднять промышленность. Но одновременно уменьшались цены. А в нынешних условиях налоги растут и цены растут. Сегодняшние экономические санкции против России не освобождают правительство от заботы о стариках. Но сами старики говорят, что этой заботы не чувствуют, а хотят они, чтобы пенсий хватало на элементарное. Вот даже питание, идешь на рынок, неделю не сходишь, и уже разница в 20 рублей, в 30 рублей. Вот, допустим, камбалу я вот пришла на этой неделе, она была 120, через неделю пришла, она уже 190, со мной даже плохо. Я говорю, ну и камбалу даже взять не могу, понимаешь? Да. Принято считать, что на такие митинги поддержать коммунистов приходят только пенсионеры. Ну а о всеобщем равенстве, оказывается, мечтают и те, кто при социализме не пожил. Сколько и за что еще государство будет вытягивать деньги из народа вместо того, чтобы обратить нефтедолларовые доходы на благо всего общества? Получается, что доходы от некогда общенародной собственности идут куда угодно, только не на развитие государства и не на поддержку людей. Нам нужен сейчас абсолютно новый, национально ориентированный курс, что с целью отстранения от власти олигархов, национализирования всей общенародной собственности и полный пересмотр всех итогов грабительской гайдаровской приватизации. И поэтому нашим девизом и девизом всех нас должно быть: завершим реформы так, над страною красный флаг. Завершим реформы так, над страною красный флаг. Слова детей очень растрогали старшее поколение. Одна бабушка даже поцеловала юного оратора, который годится ей во внуки. Другая пламенно рассказала, что молодежи сейчас тоже нелегко. Молодежь сейчас на настоящий момент тыркается, не значит, как себя обеспечить. Квартиру купить он не может. Он не может обеспечить будущее своих детей. Образование платное, медицина платная. Где взять молодежи эту зарплату, на которую бы он мог культурно одеться, обуться, не по зауглами пить, а пойти в театр? Прекратить рост цен, пересмотреть итоги приватизации, национализировать тяжелую промышленность и отменить поборы за капремонт домов. Вот лишь некоторые требования, родившиеся на очередном митинге недовольных правящим режимом. Александр Инин, Артем Горчаков, 6 канал. На чем покоряют стихию? В Владимире прошла выставка, приуроченная к 55-летию атомного ледокольного флота. Все экспонаты сделаны руками владимирцев. Сколько денег и времени уходит на модельные судостроения, узнала Валерия Саенко. Вот вы видите модель, которая построена одним из наших воспитанников,
три года назад. Даже у опытного мастера на изготовление такой модели уйдет не меньше полутора лет. Это первый линейный русский корабль. Его проектированием занимался сам Петр I. Пушки с золотом, каюты из дорогого дерева. Владимирская копия, конечно, скромнее. Растяжки, наклонные ванты, паруса из подручных материалов. Судомоделисты стараются экономить на всем. Мы что только, в общем-то, не используем. Сеточки для бритв, для того, чтобы имитировать там вентили, сетки различные. Проволоку из сердечников берем, двигатели можно даже самим собирать. Судомоделирование – хобби дорогое. На каждую модель нужно потратить уйму времени несколько тысяч рублей. Отдельных денег стоит и электроника. С ее помощью даже маленькая подводная лодка сможет развить скорость, равную почти километру в час. Рассказать владимирцам о моделировании решили к 55-летию атомного ледокольного флота в России. Организаторы уверены, найти связь с этим юбилеем во Владимире проще, чем кажется. Пришли к тому, что можно выставить, показать, ребят заинтересовать, чтобы они занимались не только компьютерным моделированием, но и руками могли склеить что-то с... попилить, построгать и создать свои модели своими руками. А эти съемки сделали покорители уже воздушной стихии. Самолеты владимирских мастеров поднимаются на высоту 3 километров. Сделать модель, которая полетит, можно и за неделю. Но на такие, чтобы прослужили долго, у создателей уходят месяцы и годы. А потом еще курс обучения полетам, как в настоящей авиации. Как правило, для того, чтобы научить человека управлять моделью, ну, вот при ежедневных тренировках уходит минимум 2 недели. То есть это тренировка где-то в районе часа. После этого где-то человек, ну, в принципе, может держать модель в воздухе, но, конечно, не может еще участвовать на соревнованиях. Выставка «Покорители стихий» продлится до конца января. Здесь даже можно увидеть модель из личной коллекции главы города Сергея Сахарова. Валерия Саенко, Константин Миронов, 6 канал. Эти и другие новости вы всегда можете найти на нашем сайте 6tv.ru. Если вам есть о чем рассказать, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи.